Всем привет, меня зовут Денис, и сейчас мы будем проходить подземелье в игре World of Warcraft. Это мое третье видео, но первое видео по World of Warcraft, поэтому не судите строго. Я буду играть друидом, и мне нужно качнуть левел фастом, и поэтому я буду стараться изо всех сил пройти этот подземелье, чтобы мне нужно фастом качнуть уровень. Так, ладно, побежали. Так, избиваем этого чувака. Так, тут куча вот этих вот, они очень больно бьют. У них мало хп, но они очень больно бьют. Так, убиваем это. Ого, на 1000 хп. У меня 25 уровень только. И уже 1000 хп задамажил. Так, собираем вот эти все причиндалы. И, кстати, репутация, валюта. Тут можно прокачать профессию. Но профессию пока что я еще не выбрал. Конечно, следовало бы выбрать какую-нибудь профессию, но главное, чтобы были деньги. То есть без денег профессию толком не прокачаешь. То есть это еще смотря какую выбрать. Я, может, выберу какую-нибудь этого механика, инженерия. Так, мы дошли до босса. Давайте бить босса. И сейчас постараюсь его задамажить на семерочку. А, уже убили. А, нет. Дамажил его на семерочку. Он исчезает. Кстати, давайте потом призовем этого маленького волчонка. Так, что это? О, отлично. Это что, это мне подходит? Да, мне это подходит. И мне эта штучка нужна. Так, как там призывать? Сейчас я посмотрю. Нет, это не Б. Стремительный рывок. Нет, это не то. Так. Сука, блядь, соседи. Ой, блядь. Такие выблядки. Так, так, что там? Нет, блин, как же там призывать зверька? Так, сейчас. G. Сейчас, ребят, подождите чуть-чуть. Ой. Я не помню, блин, как его призвать, я потом призову, покажу. Я не помню, куда заходить. Блин, ну ладно, плевать. Давайте избивать этого чувака красного. И погнали босса бить, самого главного. А, нет, это не самый главный. Но один из главных, короче. Типа, мы так насилуем его. Ну, я, кстати, неплохо дамажу для своего уровня. То есть, по 500 хп. Так, эта штука, не откажусь от нее, но она мне не нужна. Так, что здесь интересного есть? У меня здесь ничего интересного, чтобы можно было одеть. О, так, это не главный. Вон то, по-моему, главный. Так, что здесь деньги? Сколько у меня сейчас? У меня 7 золотых, неплохо. Но чем больше золотых, тем лучше. Я потом смогу профессию качать с помощью денег. Нет, то был не главный, видимо. Ну ладно. Блин, как же питомца призвать? А, вот. Да-да-да. Атлас. И я могу, например, позвать какого-нибудь... Вот, позову вот этого чудика маленького. Собачку. Ладно, так, погнали гиен бить. Так. И вот еще один. Блин, я не могу даже достать до них. Так, я неплохо довольно-таки дамажу среди всех. Потому что у остальных твин-кошмот, а у меня его нету. У меня есть, конечно, 90 уровень, но на другом сервере. Но у меня еще есть даже этот ДК, то есть рыцарь смерти, который дается с 55 уровня. Так, ладно, это не откажусь, не откажусь. Это мне не нужно. Так, ладно, собаку мою не завалили. Нет, ее, по-моему, завалить даже не и нельзя. Так, это у нас, да, это босс, дробитель, это босс. Далее давайте включим ярость и начнем просто дамажить врагов. Так,
Сейчас у меня перезарядится все, короче. Так, я включил зачем-то случайно скорость. Я давно не играл, поэтому путаю кнопки. Так, получай. Опа-на, я апнул левел, да? Или нет? Да, я апнул левел. Отлично, у меня новое подземелье будет доступно. Не откажусь. И от этого не откажусь. Так, собираем деньги. Так, что это мне было доступно? Я потом покажу, какие способности есть у моего... У друида. Это первая способность. Ну, это то, что самое главное, то, что я умею... То, что я умею превращаться в передвижные средства. То есть, это первое. В такого вот... Так, стоп. Завершить, принять. А то, что я могу в такого вот тигра превращаться, и он может приходить в инвиз, то есть быть невидимым, и очень сильно дамажить. Также могу в передвижное средство, это в оленя, который очень быстро бегает. А, так, стоп, что? А, подземелье пройдено. То есть я могу превращаться еще в оленя, который может быстро бегать. Вот он. Вот так вот быстро бегает. Да ё-моё, я опять этот скилл использовал. Вот так вот он, короче, чуть-чуть быстрее бегает. Вот как видите, у меня сейчас скорость. Где она? О! Обалдеть, чувак 90 уровня. Слушайте, а давайте просто по фану вот постараемся к нему добраться. А, он быстрее меня бегает. Слушайте, ну круто. А кто он вообще? Он воин. Таурен. О, еще один. Слушай, а давайте я на него нападу. Просто вот по фану. О-о-о-о-о-о-о, что? Опа-на. Он сейчас убьет. У него твин-кошмот. Блять, чуваки, сука. Ну, у него был твин-кошмот. То есть, здесь по-любому был проигрыш. То есть, ну, ладно. Просто фартанул, потому что у него твин-кошмот был. Не было бы твин-кошмота, я бы его убил бы с одного раза, мне кажется. Так, где он? Это не он, это враг. Погнали за ним. Хотя, ладно, нахрен он нужен, когда... Ой, ее, мне хп мало. Мне кажется, еще и сейчас пантера убьет меня. Так, нет, я сейчас... Просто надо было... Просто тупо хилиться надо было, но мне кажется, это не помогло бы. А куда он убежал? Интересно, куда он убежал? Ну, туда он не мог убежать, просто физически не мог. Ух ты! Слушайте, круто, кто он? Это разбойник, да? Это разбойник. Это паладин. Интересно вообще смотреть за другими людьми, как они вообще, какие у них шмотки. О! Ничего себе, побежал. Мне надо этих вот пантер убивать, чтоб потом... Квест выполнился. Сейчас я сильно вот так на 368. Так. Кстати, скоро будет Counter-Strike Global Offensive, но это чуть-чуть позже будет. Это не сейчас. Так, что мне надо еще убить? Мне надо убивать большая шкура речного кроликса. Окей, погнали за этим кроликсом. Я надеюсь, я сразу две штуки соберу здесь. Окей, ладно, погнали. А, кстати, я превращаюсь в выдру, когда под водой нахожусь. То есть, вот этот вот скилл, это только у... это только у друидов. То есть, они только могут превращаться. Это вообще хороший класс, но... им довольно-таки тяжеловато играть немножко. Но я больше его вкачал в PvP. То есть, я больше качаю в PvP этот класс. Так. Охотник это пантер. Завершить, принять. Что это? Вау, ребят, слушайте, круто. Я могу себе круто... Если я могу хилить. Еще и причем круто. Так, вот оно. Первое готово.
что, ну это бомба. Так, ладно, что это за рыба? Ничего себе, Кена конченая. Иди нахер от меня. Так, ладно. Где же этот кроликс? Так, ребята, я снова здесь. То есть, я еще тут не нашел этого кроликса. Ну ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Меня зовут Денис. Всем удачи, всем пока-пока.